День добрый, с вами Смирнова Ирина. И сегодня мы поговорим о такой программе для создания презентации PowerPoint. Мы сегодняшнее занятие посвятим знакомству с этой программой. И я могу сказать следующее, что эта программа очень важна для блогера. Я не зря статью об этой программе хочу поместить в рубрику «Инструменты для начинающего блогера». Потому что на этой программе можно сделать замечательные презентации, которые потом снять в Camtasia студии и сделать очень хороший, интересный, такой наглядный урок. Вы можете в этой программке создать очень интересные хедеры для своих блогов. Или можете, как вот я использую обязательно эту программку, тогда, когда создаю картинки для своих статей. То есть эта программка, ну, она очень проста, очень доступна, бесплатна. И пользоваться ей очень-очень просто. Ну, давайте начнем с того, что найти эту программу, она входит в состав Microsoft Word, найти эту программу, если вы ей еще до сих пор не пользуетесь, можно вот здесь. Заходите в меню «Пуск», во все программы, и в программах находите Microsoft Office. Вот он. Открываете его. И вот здесь видите перечисленные те программки, которые вам предлагает Office. Значит, доходите вот до этой рыженькой иконки с буковкой «P», видите программку, которая так и называется Microsoft PowerPoint 2010. Если у вас этой программки нет в офисе, бывает такое, то вы можете ее бесплатно скачать на любом ресурсе и очень быстро и просто установить. Итак, открываю эту программку, и первоначально она у вас будет выглядеть вот так. Вот для того, чтобы здесь создать презентацию, достаточно сделать следующее. Вы заходите вот в эту опцию под названием «Файл», находите опцию «Создать», кликаете и выбираете здесь те предложения, которые выложены вот на этой страничке. Самое простое – это сделать новую презентацию, кликнув вот на эту иконку. Все остальные иконки вы просто, когда освоите программу, вы просто по ним пройдитесь. Тут очень много информации дополнительной. Итак, кликаю «Новая презентация», и у меня открывается вот такой интерфейс. Давайте мы с вами начнем изучать этот интерфейс по порядочку. Итак, сейчас мы с вами посмотрим вот такую вставочку, вот такую опцию, которая называется «Главное». Здесь вот ярлычок рядом с файлом, кликаем на него и получаем опцию «Главное». Что мы здесь видим? Мы видим предложенный лист бумаги. Тот лист бумаги, в кавычках, на котором мы будем с вами работать. Вот он сейчас просто белый. И для того, чтобы создать определенную дополнительную, так сказать, возможность, чтобы очень хорошо можно было наглядно создать презентацию, PowerPoint нам предлагает выбор нескольких видов листов внутри этой презентации. Для того, чтобы их посмотреть, нам достаточно вот здесь, вот в этой иконке, кликнуть на треугольничек. И мы увидим предложенные слайды. Вот это титульный слайд, мы сейчас его видим здесь на экране. Здесь слайд с заголовком и объектом. Это вот два объекта, это сравнение и так далее. Есть просто пустой слайд. Но чтобы добавить какой-либо слайд к своей презентации, вам достаточно поставить вот такую черту, зайти сюда, создать слайд и выбрать. Ну, например, давайте выберем вот такой заголовок и объект. Обратите внимание, что вот желтая рамочка, активная, показывающая, что, собственно говоря, будет показано вот здесь на вашем рабочем столе, она вот тут вот в слайдах, в уменьшенном виде вот здесь, она будет здесь у вас отображаться. Вот, то есть я захочу увидеть первый слайд, я просто кликну по первому слайду, и он отображается у меня первый слайд. Давайте зайдем на второй слайд, и я вам покажу следующее. Если вы захотите установить слайд между этими двумя слайдами, значит, вам достаточно опять кликнуть левой кнопкой мыши между слайдами. Появляется черта. Вы заходите в «Создать слайд»,
и выбираете, ну, например, давайте выберем вот такой слайд. Итак, вот таким образом вы добавляете слайды. Но может быть такая ситуация, что вам эти слайды надо будет поменять. Тогда вы захватываете слайд, нажимаете левую кнопку мыши и тащите этот слайд на то место, куда вам надо. Вот видите, перетащилось таким прямоугольничком, этот слайд перетащился на другое место. То есть это сделать можно очень просто. Вот давайте еще раз посмотрим. Вот это у нас заголовок слайда. Я его беру и перетаскиваю вниз. Вот сюда вот. И посмотрите, теперь у меня на первом месте не заголовок слайда, а вот такого типа слайд с заголовком и рабочей областью. А заголовок стал теперь на третье место. Ну давайте вернем все на место, чтобы оно у нас было в том порядке, в каком мы с вами задумали делать презентацию. Вот таким образом вы создаете слайды. Что вы здесь еще можете сделать? В принципе, остальное все очень похоже на вордовский редактор. Вот здесь у вас поле с работы со шрифтами, которое абсолютно одинаково смотрится, как и в Word. Вот здесь у вас поле форматирования текста. Тоже здесь все абсолютно легко и просто. Давайте посмотрим просто для того, чтобы, видите, они не активны, эти поля, для того, чтобы их сделать активными, достаточно вот здесь вот кликнуть на активное поле вот этого слайда и написать уже текст, который нам необходим. Ну, например, давайте напишем такое слово, как презентация. Как только я написала слово, видите, у меня сразу эти поля стали активны. Обычная ситуация. Я выделяю блоком, меняю цвет, ну, например, на красный. Я делаю этот шрифт жирным, я делаю его курсивом, я его делаю подчеркнутым. Я выбираю вот здесь вот любые шрифты, ну, например, вот такой вот, и выделяю здесь. Я увеличиваю размер, пожалуйста, вот до таких вот, любой размер, собственно говоря, могу сделать, да? Теперь здесь смотрим. Я могу сделать маркированный список, и рядом появляется кнопочка. Я могу его поменять на нумерованный список, и рядом появляется единичка. Я могу его перетащить, но это уже заголовок. Здесь это не получится, но я могу вот изменить. Видите, он сейчас в середине стоит, и я могу его вот так вот поставить. А могу его поставить вот сюда, а могу поставить по центру, вот он будет так, как вот вы решите для того, чтобы ваша презентация выглядела презентабельно. Так? Теперь смотрите, вот здесь вот можно поменять направление текста. Вот сейчас у меня выделен, что текст стоит горизонтально. Я могу его повернуть вертикально. Я могу его повернуть, столбик сделать, да? Я могу его развернуть в другую сторону. И я могу его установить так, как это было первоначально. Итак, эти два поля понятны. Здесь, на этом поле, мы можем с вами вставить текст, нажав вот на эту кнопку, и у нас появляется дополнительное активное поле. Давайте напишем надпись. И я с этой надписью могу делать все, что я захочу. Точно так же могу увеличить, изменить размер, изменить цвет и так далее. Но чем хороша эта надпись? Тем, что я могу ее перетащить туда, куда я захочу. То есть вот этой вот надписью я могу пользоваться так, как мне нравится. Вот то место, которое я захотела поставить, вот там она и будет стоять. Здесь появляется поле вот с такими фигурами. Вы здесь можете выбрать любую фигуру, ну, например, давайте вот выберем вот такую ленту, и давайте мы ее с вами вот тут нарисуем. Еще раз повторяю, как я это делаю. Значит, чтобы удалить фигуру, вот я, она выделенная сейчас, я нажимаю на клавишу Delete. Давайте вот я возьму, ну, вот такую вот ленту. Я выделила эту ленту, у меня появляется крестик. Я зажимаю левой кнопкой мыши этот крестик, видите, он стал активным. И тяну эту ленту так, чтобы она у меня была такого вида, какого мне необходимо. Вот я могу ее сделать узенькой, подняв вверх. Могу сделать широкой. Могу ее вот так вот собрать. То есть двигайте курсором так, как вам это необходимо.
Теперь посмотрите, я сейчас отпустила кнопочку. У меня появилась вот такая рамка вот с такими желтенькими ромбиками. Вот этот ромбик дает возможность менять, передвигать, раздвигать. Видите ленту? Она стала как будто пространство между складками ленты стали шире. Или, например, вот здесь. Вот видите, я потянула и вот сделала ее вот такую. Давайте мы опять ее вот здесь соединим. Вот так вот. Она получится у нас вот таким вот образом выглядевшая. Теперь мы эту ленту можем с вами изменить цвет. Вот как я сейчас буду показывать изменение цвета ленты, вы можете так делать абсолютно с любой фигурой. Вот посмотрите, сейчас она у нас стандартная. То есть такая, какая она обычно устанавливается, когда мы просто берем фигуру. Теперь давайте мы ее зальем. Ну, давайте мы ее зальем вот красным цветом. Это заливка фигуры. Но видите, фигура помечена тем же самым стандартным синим цветом. Поэтому вот здесь есть контур фигуры. Я его тоже заменяю на красный. Или вот если я его сделаю белым, посмотрите, какая у меня лента становится. То есть здесь вы можете экспериментировать так, как вашей душе угодно. Если вы сделаете, например, линию, давайте вот мы сейчас с вами выберем линию, вот такую стрелку. Вот вы на презентации хотите показать что-либо стрелкой выделить. Вот я точно так же взяла, нажала на кнопочку «Стрелка», поставила курсор, и вот я вытянула эту стрелку туда, куда я захотела. Посмотрите, я сейчас контур фигуры, уже заливки фигуры здесь нет. Видите, выделена фигура у меня. Заливки нет, потому что здесь нечего заливать. Но здесь можно поменять контур. Давайте мы его тоже сделаем красным, но он получается очень узеньким. Поэтому я захожу опять в контур фигуры. И посмотрите, я могу выбрать толщину этой линии. Давайте выберем вот 4,5 пикселя. Посмотрите, как она меняется по толщине. 6 пикселей, она стала еще толще. Ну, давайте вот такой вот мы ее оставим. Что я здесь могу еще сделать? Я могу здесь изменить ее внешний вид. Ну, например, я ее могу сделать пунктирной. Или вот такими точечками. Или вот такой пунктир. То есть такой, как у вашей душе угодно. И так далее. Изучите здесь все повнимательно. Теперь давайте посмотрим эффекты фигур. Значит, для того, чтобы использовать эффекты фигур, фигуру надо выделить. Вот я захожу на ленту, я ее выделяю и захожу в эффекты фигур. Ну, например, я хочу, чтобы у нее появилось свечение. Как только я попадаю на свечение, появляется вот такая возможность. Ну, давайте сделаем красное свечение. Вот, появляется вокруг ленты красное свечение. Или я захочу сделать тень. В тени, ну, давайте выберем вот такую тень. Наверное, такая тень будет у нас, ну, давайте вот такая вот, чтобы она отображалась ниже. Вот так вот. Чтобы было видно, как она отобразилась, эта тень. Вот я поднимаю ее. Эту ленту. Вот так. Вот давайте мы закроем вот эту вот нашу надпись. Я поднимаю, и вот она видна, эта тень. Ну, а теперь посмотрите. Вот мне нужно сделать так, чтобы у меня вот лента была вот здесь. Но я закрыла надпись. Значит, что я делаю? Я сначала ленту опускаю вниз, выделяю вот эту надпись и меняю ее цвет. Ну, например, я захочу ее сделать. Так, эта заливка фигуры не туда зашла, вот сюда надо поменять цвет. Давайте мы ее сделаем вот такой, практически прозрачный, вот такой вот серый. Теперь я вот эту ленту поставлю вот сюда. И вот так вот немножечко ее раздвину. А значит, вот эту надпись, она мне сейчас здесь не нужна. Я ее просто выделяю крестиком, кликаю и удаляю. Давайте мы стрелку тоже уберем. Тоже Delete клавиши, да? Вот так вот мы сделаем. А теперь посмотрите, у меня надпись закрыта. Она закрыта лентой. У меня появляются две фигуры, наложенные одна на другую. Чтобы выложить фигуру нижнюю наверх, я захожу вот в эту опцию. Называется «Упорядочить». И посмотрите, я могу выложить на передний план, на задний план или там переместить вперед и так далее. Я могу это делать с несколькими фигурами. Сейчас у меня лента закрывает надпись, поэтому я ее перенесу на задний план, чтобы надпись была вверху. Посмотрите, вот она моя надпись.
чтобы посмотреть, как это выглядит вот без вот этих рабочих областей, я делаю следующее. Я захожу вот в эту кнопку «Показ слайдов» и кликаю. И вижу то, что у меня будет в презентации. Вот буквально использую одну только вкладку под названием «Главное», вы уже можете сделать очень многое. А вот теперь посмотрите еще один момент, который бы я хотела вам показать. Давайте мы возьмем с вами вот такую фигуру и вот здесь вот ее нарисуем. Вот она. Обратите внимание, как только я выделила фигуру, у меня стала активным вот такая опция. Называется «Экспресс-стиль». Посмотрите, я открываю ее. И чтобы мне не нужно было долго мучиться и работать, я могу, например, создать кнопку вот такого вида. Обратите внимание, видите, я курсором пришла сюда, и у меня сразу выделенный квадратик стал выглядеть вот в рамочке в беленькой. Или я захотела его сделать выпуклым, вот с таким вот, с такой тенью. Давайте сделаем оранжевым его. Или сделаем вот таким голубым. Причем, давайте вот мы оставим его красным. И если я захочу написать здесь текст, я поставлю здесь курсор, давайте я напишу 1, 2, 3. Видите, у меня сразу появляется именно такого цвета текст, который был в экспресс-стиле. Я могу этот текст еще и увеличить в размере. Ну, например, вот видите, он 20 входит, у меня даже больше. И я могу его сделать жирным. Вот такая кнопочка уже у меня готова. Итак, мы прошли с вами меню «Главное». Нам достаточно, вот то, что мы с вами посмотрели, нам с вами этого достаточно.